Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем с вами проходить Кэрион, но уже совершенно другую. Это у нас была с вами до этого основная игра, и теперь мы переключаемся с вами на Кэрион Greatest Time of the Year Xmas Special. Это у нас дополнение, и давайте посмотрим скорее, что же оно представляет из себя. Ух ты, смотрите, у нас тут заснеженная станция, нифига себе. Видно, что-то тут другое будет, может быть, это будет та же самая игра, только с какими-то изменениями, может вообще абсолютно новые уровни. Ну, давайте смотреть, начинаем новую игру. Итак, опа, так. Ух ты, мы вот таким вот маленьким созданием играем. Так, и вылезти бы нам отсюда. Ну, давайте погоним, посмотрим. Так, все, съели нашего чувачка. Отлично. Дальше. Что там у нас пишется? Пожалуйста, свяжитесь с сотрудником отдела информативной технологии научного центра, чтобы исправить эту проблему. Какая тут еще проблема? Непонятно. Так, ну чё, нам, наверное, надо зарядиться. Не, нифига, мы не можем заряжаться, зато можем жрать всех. Отлично. Ух ты, так, стоять. Там еще кусочек улетел, мы его тоже обязательно съедим. Ну, прорываемся дальше. Прорываемся теперь сюда и, видимо, только... Так, вот тут мы рычаг дернуть не можем, да? Значит, нам только вниз. Ух ты! Мне кажется, если мы сейчас к этой фигне подойдем, нас распотрошит. Давайте проверим. Ай! Да, нас потрошит, поэтому я особо не буду. Так, привет, дружок, я тебя немножечко съем. Нифига себе, тут гирлянды понавешали. Вот так их разобьем, испортим праздник. Ой-ой-ой-ой, так, мы можем сюда протиснуться. И захватить эту территорию. Отлично, и как раз мы с вами сразу сохранились. А, мы можем еще вот сюда протиснуться. Давайте посмотрим, что там у нас. Гирлянды. У нас висят гирлянды. А, шкафчики какие-то и... Что? Так, а я могу тебя достать-то там? Нифига, ё-моё, сколько тут народищу. И, наверное, вот так вот надо было оглушить его. И давайте немножечко похаваем. Ой-ой-ой-ой-ой, так, видимо, двери открываются. О-о-о, всех убило. Серьезно? Нифига себе, прикольненько. Прикольно мы. Так, ну кого-нибудь даст? Сожрать-то. Отлично. Так, вот этот у нас несъедобный гаденыш. Может быть, робота сожрем? Нет. Блин, а жрать-то некого. А вот этот синенький тип. Тоже несъедобный. Да что ж тут все несъедобные-то? Давай кого-нибудь. Ну вот он. Вот он, в халате-то. Во, давай. Оп, отлично, сожрали. И дальше куда? А что мы, в принципе, тут сделали-то такого? Тут куда-нибудь еще можно пролезть? Я так понимаю, ни хрена мы никуда пролезть с вами не можем. И давайте тогда двигаться наверх уже. Протискиваемся назад. А обязательно идем на сохранение, потому что без этого тут никак. И куда нам дальше? Куда нам дальше, реально? То есть... Смотрите, там чувак на толчке сидит. Так, ну я пока не вижу, куда мы можем протиснуться. Двери у нас все закрыты. Ну-ка, давайте-ка наверх еще раз сгоняем. Посмотрим, может быть, мы что-то там упустили. Так, наверх мы тоже вылезти не можем. А там у нас что в самом начале? Так, никуда мы протиснуться не можем. Так, тут у нас только сохранение, да? Зашибись, и чё же нам делать-то? Во, о, нифига, смотрите, мы уже шипами владеем. Вот это круто. То есть... Ну, они, в принципе, нам пока не особо помогают, нам они не нужны. Нам надо найти проход. Нам надо как-то найти проход. Но тут, блин, все закрыто. Компьютер мы вот этот расхреначить не можем ничего, да? У нас единственный вариант это сюда протиснуться. Но мы сюда протискиваемся и...
Ни хрена нету. Что сделать-то надо? А, рычаг дернуть, ё-моё. Точняк. Просто за горой трупов этого рычага не было видно ни хрена. И у нас что-то там открылось. Давайте посмотрим, что у нас тут открылось. Так, сохраняемся. Да, у нас открылся тут проход. Вот прямо вот сюда. И надо как-то нам... Ага. Чтобы нам дернуть за рычаг, нам надо отложить часть своей сущности. Отлично. Эй, меня закрыло. Так, чувак. А, извини, но мне придется тебя... А, я вселиться в тебя могу. Блин, у меня все ништяки есть. Абсолютно все ништяки. Так, не стреляйте. Не стреляйте нахрен. Ты давай, спускайся ты, дружок, спускайся. Что ж ты застреваешь-то на лестнице? Во. Так, первый. Второй. Нифига себе у него ружье офигенное. Вообще ништяковое. Просто офигенное ружье. Так, нам надо как-то что? Рычаг там дернуть, да? Как-то, якобы дернуть. Но как это сделать, я пока не представляю. Допустим, мы вот тут. Прыгнуть-то я не могу. Ай. Так, давай я тебя подниму. И оставлю где-то вот тут. Да? Блин. А я не понимаю, теперь что тут делать? А, нахрен, если мы можем вот так вот сделать. Давай, давай уже свою пипетку швыряй через эту дырку. Блин, вообще не хочет. Серьезно? Ты не можешь протиснуться, что ли? Да хорош, мы же никого не жрали. Да что ты будешь делать? Ты еще, смотрите, не хочет пролазить. Как так-то? Вот тут пролазит, хотя не очень пролазит. Вот гаденыш-то. Да давай ты уже, блин, а почему не пролазит-то? Какая-то хрень. Тут, вот смотрите, мы тут можем просочиться, да? А вот тут типа не можем. Очень странно. Мы, хотя должны прям вот реально, должны вот тут как-то дернуть. Рычаг. Вот видите, тут спокойно все проламывается, а тут нифига не проламывается. То есть какой-то косяк тут есть, что мы не можем, блин, дернуть рубильник. Серьезно. Да это как-то странно. Блин, я не могу никак его дернуть. Что делать-то? Почему он тут не пролазит-то, не пойму. Тут как будто, блин, все заклеено. Смотрите, нифига у меня не пролазит. Вот смотрите, видите, тут вообще без проблем все пролазит. А вот тут ни хрена. Тут просто как будто тупик. Так, хорошо, куда мы еще? А, вот тут, может, надо дернуть. Так, а если ты дернешь вниз? Ты можешь дернуть вниз? Эту фигню. Нифига. Я могу подсоединиться, но дернуть на себя не могу почему-то. Да что за фигня происходит, господи, с управлением? И что делать-то не знаю. Как-то же надо. Давай, чувак, уже вставай. Как-то же надо рычаг этот дернуть. А я его дернуть никак не могу. Может там... А я могу тут? А, ё-моё. Там дыры не было. Зашибись. Вот оно чё. Я просто не замечал, что там какое-то типа якобы стекло. Да? Так, давайте вот эту фигню сломали. Уже хорошо. И, наверное, надо... Аккуратненько вселиться. Ай-яй-яй. Все, его пристрелили, да?
Давайте, отворачивайтесь уже. Не, он, смотрите, еще встал. Да хорош! Ай, блин, я маленький стал. Мне что-то плохо. Мне что-то хреновенько стало. Выпустите меня сохраниться. Я так не играю. Меня же сейчас замочат. Так, сейчас на меня смотрят. Надо аккуратненько. Ай-яй-яй, все, я сдох. Зашибись. Ладно, ну мы хотя бы поняли, что делать надо. Это уже огромный плюс. Так, нам теперь надо отложить немножечко. Давай, швыряй. Все, выключили. Так, ну, чувак, извини, но я тебе с толчка сниму. И потихонечку, помаленечку, сейчас мы быстро. Эй! Да как... какого хрена? Так, ну его нафиг, он пока по мне долбит, да отходи ты, блин. Так, пока ты там долбишь, я вот в этого чувака вселюсь. Да хорош тебе! Блин, да ты пока встанешь. Ой, блин. Ну я тут. Прострели стекло. Прострели стекло, бестолочь. О, спасибо. Блин, я опять маленький, пипец. Что-то в этот раз ни хрена не задается. Во, так, опустили, да? Отличненько. Так, нам надо как-то протиснуться вот в этого чувака. И вот так вот просто его застрелить. Хреново, что они никак вообще не наклоняются. То есть, если бы они присели, было бы прикольнее. Так, ну что, попробуем этим чуваком. А мы можем сесть? Да ладно, мы можем вовнутрь сесть? Охренеть. Вот это круто. Так, а как вылезти? Так, чувак, ты у нас теперь сидишь тут, допустим. И нам что, нам надо как-то рычаг дернуть, да? Блин, а как тут кого-нибудь поймать-то? Нифига себе, тут они палят, пипец просто. Да ё-моё, влазь. Так, о, одного они сами замочили. Красавцы. Ай, так. Угу. Блин, я опять маленький, пипец. Опачки, валим-валим. Да ё-моё, да шо ж такое-то? Ни хрена что-то не выходит. Ни хрена не выходит, тяжело. Тяжело что-то стало. Давай, нахрен, выноси эту клетку. Тут отключаем проход. В этого вселяемся. И надо сейчас быстренько этих будет двух чуваков убить. Охренеть, что-то сложно стало. Так, я сюда отойду, вот так вот, чтобы вас двоих спокойненько лупить. Ни хрен поднимай голову, не надо вставать. Да ты что, вот один умер сразу, а ты что-то еще возмущаешься. Так, и получается, нам надо, во-первых, вот тут прострелить. И вот тут пока что встать. Теперь мы дергаем рычаг. Отличненько. И... ага, во, вот что нам нужно сделать-то. Так, все, я понял, нам нужно вот этот рычаг дернуть и сюда сесть. И вот так вот лупить нахрен всех, ну чё? Я готов. Сдохните, твари. Чё, ни хрена? Ты чё, ещё по мне стрелять будешь? Вот так вот нахрен просто всех, всех разбрасываем. Так, и я могу теперь, типа, да, даже спуститься, вот так пробежать, отличненько, и дернуть тут рычаг. Все, эту точку мы прошли. И
Да сдохни ты, нахрен ты мне теперь нужен. Теперь я вот тут наверх могу пробраться. Так, ну давай, выламывай. Так, наверное, я вас, извините, немножечко пожру, потому что у меня жизни ни хрена нету. Дальше куда мы можем? Вот сюда мы типа не можем. Тут лифт у нас, да? А ручку... О, мы отправили ручку. И можем за ручкой сходить, да? Теперь тут у нас тупик. И получается нам вот сюда. И... Вот так, извините, сразу протискиваюсь, рву на части. Ребят, без обид, но мне надо жрать. Очень много надо жрать. Там еще кусочек тела улетел. Где он тут? О, о, смотрите, тут сколько еды еще лежит, нифига себе. Давай, давай, давай. Во, отлично, вырос наш товарищ очень сильно, опять в здоровую хреновину. Так, вызвали лифт, нахрена, спрашивается. Так, подзарядились, допустим. И, так, а нам тут надо рычажок дернуть. Так, вот это вот нахрен нам тут не нужно. Так, как рычажок-то дернуть? Что мы тут открыли? Во, B0 мы запустили. Теперь нам надо как-то будет туда пробраться. Ай, куда? Куда часть моей фигни проехала? Так, а нам нужно вот это... C1 дергать. Это лифт. По сути, он нам ни хрена тут не нужен. Ну да. И получается, нам надо теперь возвращаться с вами. А как нам туда вернуться, если у нас там был тупик? Или он все-таки уже от... Ага, хрен бы там. Хрен там мы пройдем. Он закрыт у нас тут, проходик-то. А, давайте смотреть, куда мы можем вернуться. Мы ни хрена никуда теперь не можем вернуться. Блин, слушайте, а вот это вот уже сложный какой-то уровень. Тут ни хрена непонятно. Так, С0. А, наверное, тут надо С1. Нифига ты. Хренач. Так, С0, С1. И... А, блин, тут проход есть. Ё-моё, его я туплю. Вот, у нас, смотрите, открылся проход наверх. А нам надо наоборот, видимо, да? Да что ты хулиганишь? Давай-ка вот так вот сделаем. Запихнемся сюда и поедем. О, чувак, ты уже сдохнуть успел? Когда? Я вроде еще тут не был, а ты уже сдох. Вон, так, и сюда. Давайте на левую сторону теперь пойдем. Привет, ребята, буду вас жрать. Жрать буду как не в себя просто. Так, и тут все закрыто у нас. Но есть рычажок, который мы дернули. И который нам открыл проход. Не тут открыл проход. Хорошо. Слушайте, много проходов открылось, да? Но нам, наверное, надо сначала налево сходить. Что у нас тут слева есть? Ё-моё, туда можем сходить, а сюда вниз мы можем? Нифига, тут у нас проход прям закрыт. Закрыт-закрыт, и просочиться мы в дверь не можем, но куда-то влево мы идем. Интересно. О, ё-моё. Так, надо тут аккуратнее. Эй, ребята, ребята, ну вас нахрен, вы чё? Какие-то они прям злые. Ай-яй-яй-яй-яй, да блин! Вы чё такие злые-то? Охренеть, во палят, во палят. Так, хотя бы посмотреть. Так, ну я вроде большую часть замочил. Ценой своей жизни, пипец. Эй, по мне там еще целятся, ни хрена себе. Давай, давай, вставай энергичнее. Эй, какого хрена? Ни хрена себе.
Робот, ты сдурел, что ли, там совсем? Ой, что-то еще упало там вкусненькое, походу. Так. Иди сюда. Ай, все-таки убил меня, говнюк. Ай, блин, и мы опять отсюда начинаем. Серьезно, блин, мы тут, мы не сохранились. Ай, да ё-моё. Слушайте, ну серьезно. Реально, серьезно, тяжелые уровни пошли. Не все так просто проходится, как хотелось бы. Давай, я в тебя вселяюсь, сейчас мы пройдем, ни хрена. До следующего сохранения мы хотя бы, но пройдем. Просто быстренько спускаемся. Бах. Вот так вот просто уничтожаем. Все, сдох ты, говнокусок. Отлично, сдох. Теперь нам надо вон там проломить стекло. Все, теперь с этой стороны чиркаем. Эй, чувачок, чувачок, не надо. Ты мне нужен. Давай-ка быстренько вставай. Вставай, вставай, вставай. Давай. Энергичнее. Нам надо... Не-не-не, не надо. Нам надо открыть, сесть сюда и развальцевать всех просто. Блин, этот робот еле живой. Да и в принципе пофигу. Мы и так уничтожим всех. Что, не ожидали? Не ожидали, что я сюда пролезу? А я пролез. Вот так вот. Круто. Круто использовать эту штуку. Так, дергаем теперь вот тут. Все, у нас открылся проход, и мы можем бросать этого чувака. Все, двигаемся наверх. Наверх вышибаем тут дверь, тут вышибаем, тут сразу всех жрем. Как нам надо было... давай, 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 чего ты не ешь-то? Во, отличненько. Вот теперь оба. Бах. Тут прокатываемся, тут пролетаем и тоже всех быстренько сжираем. Быстренько. Что там осталось? Что-нибудь? Нифига не осталось хорошего. Бах. Зато подзарядиться можем, да? И вот тут опускаем рычажок. Все шикарненько. И вот теперь мы, смотрите, можем вот тут, кстати, пролезть и сохраниться теперь. Ништяком. Вот. Вот, теперь мы сохранились. Чудно. И нам не нужно будет переживать... Ай, блин! Нам не нужно будет переживать, что нас сейчас быстренько завалят. Так, а куда? Блин, нет, нам не сюда же, ё-моё. Нам не сюда, нам наверх. Так, да отвали ты, коробочка. И... Ой, чувак, привет. Ай, тебе чё-то это самое. С тобой стало что-то. Ну ты там остаться, короче, решил, да? Я тебя привезу сейчас ко мне. Мне тебя сожрать-то надо. Твои ноги, твое туловище. Давайте, блин. Вдыхайте. Все, теперь, ну, в принципе, дальше мы идем, да? Привет, чувак. И ты привет. Вы все привет. А, очень рад вас сожрать. Ну, прям очень рад вас сожрать. Не знаю, стоит ли идти налево или пойти направо сразу. Блин. Давайте попробуем направо сходить. Потому что слева какая-то жесть. Может быть, там будет пока что попроще. Привет, чуваки. Блин, нифига вас сколько тут. Сколько тут еды, Эй! Нифига себе. Ты что натворил-то? Я столько жизни собирал, а тут вылетела эта тварь, блин, и меня давай. Да отпусти ты, нам вот эти ноги надо взять, пожрать. Во, ноги пожрали. Шикарно. И смотрите, мы тут тоже дальше продвигаемся. Ё-моё, тут тоже у нас проходов пипец как много. Можем вниз пойти. Ага. Распределить биомассу и сохраниться. Вот тут мы с вами, ребята, и закончим сегодня. В принципе, да, оказывается, это отдельная часть игры. Я думал, тут по описанию вообще...
Думал, что это какое-то у нас дополнение маленькое со всякими артами и саундтреком. Оказалось, что тут походу полноценная игра большая. Значит, мы будем дальше проходить, и все будет достаточно интересно, потому что уровни стали реально намного сложнее. Что ж, ребят, на этом все. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.